представляем многофункциональный автомобиль на шасси «Урал» с краноманипуляторной установкой «Инман ИТ-200», который является флагманом линейки тросовых КМУ, выпускаемых заводом «Инман». В данной комплектации КМУ оснащена радиоуправлением, буровым оборудованием и рабочей платформой для проведения работ на высоте. Благодаря высокой проходимости шасси, данный автомобиль может решать самый широкий спектр задач в сфере энергетики, строительства и многих других. Опорный контур дополнен задними выдвижными опорами. Основным типом управления является радиоуправление, но также имеется возможность управлять установкой классическим способом с верхнего поста управления. В случае запрета использования радиосигнала, либо в случае, если оба аккумулятора для пульта разряжены, есть возможность подключить пульт дистанционного управления с помощью 10-метрового кабеля. На пульте представлены все органы управления и индикации состояния КМУ с удобными пиктограммами. Максимальная грузоподъемность крана ИТ-200 в новой модификации увеличена и теперь составляет 8 тонн. Максимальный вылет стрелы составляет 18,9 метра. Кран оснащен всеми необходимыми системами безопасности, такими как система ограничения подъема крюковой подвески, система ограничения размотки грузового каната, система индикации неверно выставленного опорного контура и многими другими. Буровое оборудование является постоянно установленным на стреле краноманипуляторной установки. Для приведения в рабочее положение требуются считанные минуты. Благодаря дистанционному управлению оператор может занять максимально удобную позицию для контроля за процессом бурения. За несколько минут КМУ ИТ-200 может быть подготовлена к работе с рабочей платформой. Рабочая платформа сертифицирована для работы с людьми на высоте. Она снабжена кнопкой звукового сигнала, кнопкой аварийной остановки, ограничителем предельной грузоподъемности, датчиком скорости ветра, датчиком приближения к линиям электропередач. Платформа оборудована системой самовыравнивания во время подъема и опускания. Благодаря радиоуправлению оператор может управлять подъемником как с земли, так и находясь непосредственно в рабочей платформе. На верхнем пульте управления КМУ находится специальная кнопка для аварийного опускания стрелы в случае каких-либо нештатных ситуаций. КМУ «Инман ИТ-200» позволяет решать очень широкий спектр задач благодаря сочетанию исключительных характеристик КМУ, радиоуправления и функционального навесного оборудования. Мы постоянно совершенствуем характеристики выпускаемых КМУ, а также их функциональность для высоких достижений вашего бизнеса.